С самого начала развития капиталистических отношений в Новой России одними из наиболее прибыльных частных компаний были те, которые контролировали вывоз несметных сырьевых ресурсов страны за рубеж. Способствовало их успеху и то, что во главе подобных компаний, как правило, стояли имеющие необходимую хватку и связи бывшие партийные комсомольские функционеры. Им нередко активно содействовали по-прежнему всемогущие представители органов госбезопасности распавшегося Союза. Сверхприбыли, получаемые от подобной деятельности, они предпочитали держать поближе к очагам мировой цивилизации. И потекли из России в западном направлении мощные денежные реки. По самым скромным оценкам, с начала 90-х годов в западные банки было перекачано не менее 50 миллиардов долларов. Их обладатели предпочитали селиться поближе к своим капиталам. А поближе к счастливым обладателям несметных богатств стали подтягиваться и представители российской организованной преступности. Начиналась охота на большие деньги, ничуть не менее страшная и кровавая, чем в самой России. Февраля 1995 года в 3 часа ночи в полицейском участке небольшого городка Луи-Всен под Парижем раздался телефонный звонок. В благополучном парижском предместье по ночам редко случалось что-либо из ряда вон выходящее. Но на этот раз случилось. Взволнованный голос прокричал в трубку: «Приезжайте скорее, они тут всех убили!» Вскоре патрульная машина подъехала к дому номер 11 по улице Шамен-де-Грессет. У входа в особняк они увидели молодого человека с мобильным телефоном в руке. Сказав, что это звонил он, юноша еще раз повторил: «Они убили всю мою семью». Дом был буквально завален человеческими телами и залит кровью. Полицейские обнаружили 6 трупов. 4 в салоне и 1 в коридоре на первом этаже, и еще один в одной из спален на втором. Все были убиты из огнестрельного мелкокалиберного оружия, которое находилось на месте преступления. Молодым человеком был 16-летний гражданин России Алексей Полевой. А убитыми его отец Евгений Полевой, вторая жена Евгения Полевого Людмила Шаломова, ее родители Зинаида и Федор Степановы, а также семейная пара Ольга Павлова и Слава Деревягин. Во время осмотра дома в детской комнате обнаружили мирно спящую девочку 2,5 лет, дочь убитых хозяев Наташу Полевую. Юноша сообщил, что обнаружил эту страшную картину, вернувшись ночью домой со свидания. Поскольку все в доме было перевернуто, а его отец крупный бизнесмен, то он предположил, что все это совершили грабители. Когда полицейские включили в доме свет и приступили к осмотру места происшествия, сразу обратили внимание на кровь на одежде юноши. Поначалу это не показалось им странным. Кровью в доме было залито все. Но потом заинтересовались, как все-таки кровь могла попасть на рубашку и рукава Алексея. А прибывшие вскоре эксперты-криминалисты сразу же обнаружили на руках юноши следы пороховых газов. Это вызвало некоторые подозрения. Закончив первоначальный осмотр места преступления, полицейские вместе с Алексеем Полевым отправились в Версальский комиссариат составлять протокол. Молодой человек очень нервничал, отвечал путанно и несвязно. И вдруг неожиданно выпалил: «Это я всех убил!» Несмотря на уже зародившиеся подозрения, это признание вызвало шоковую реакцию у полицейских. Хладнокровно убить отца и еще 5 близких людей — такого они давно не видели даже в своих родных французских боевиках. Но полицейские понимали, что это были не французы, а русские. А у них, у русских, они слышали, еще не такое случается. Но в тот момент они даже не могли себе представить, каким запутанным и долгим будет расследование этого жуткого, но казавшегося поначалу простым и ясным делом. Начались тщательные допросы Алексея Полевого,
главным вопросом которых было выяснение мотивов преступления. Отец Алексея, Евгений Полевой, появился во Франции в начале 90-х годов. Преуспев на широкомасштабных поставках леса в Европу, он осел в Париже, где находились офисы его нескольких фирм. В 1992 году Полевой арендует роскошную виллу в городке Луевсьен, что по соседству с Версалем, и перевозит из Москвы Алексея, сына от первого брака. Алексей с самого начала своих показаний говорил, что его отец – исчадие ада. В последнее время он сильно пил и в таком состоянии был совершенно невыносим. Вообще, не отличаясь ангельским нравом, Евгений под действием алкоголя становился раздражительным и агрессивным даже по отношению к самым близким. Больше всего доставалось Алексею, которого он нещадно избивал, а последние несколько дней превратились для него в сущий кошмар. Вот как описал события той трагической ночи Алексей. Накануне, в субботу, 25 февраля, после двухдневного запоя, Евгений Полевой в очередной раз избивает сына, после чего у Алексея появляется мысль отомстить отцу. Может быть, все и обошлось бы, но Полевой-старший в качестве дополнительного наказания не придумал ничего лучше, как запретить ему пойти на свидание с любимой девушкой. Это и было последней каплей, переполнившей чашу терпения Алексея. Вечером следующего дня Евгений Полевой с женой Людмилой и со своими знакомыми Ольгой Павловой и Славой Деревягиным находились в салоне первого этажа, как обычно, выпивали. Алексей, несколько успокоившись, вошел в салон в надежде все-таки получить у отца разрешение на свидание. Но в ответ посыпались новые угрозы и оскорбления. Выйдя в коридор, Алексей принял окончательное решение. Он направляется в находящийся рядом кабинет, где отец хранил оружие. Полевой-старший был заядлый охотник, и там находился целый арсенал. Он заряжает один из мелкокалиберных карабинов с оптическим прицелом и глушителем и выходит на террасу. Оттуда через окно он хорошо видит, что происходит в салоне. В тот момент там находятся отец, сидящий в кресле спиной к окну, и женщины Людмила и Ольга. Они сидят на краешках дивана и беседуют. Несколько минут Алексей переминается у окна, не решаясь приступить к возмездию. Наконец он поднимает карабин, долго целится и делает первый выстрел в отца. Через несколько секунд он стреляет еще раз. Убедившись, что попал, он понимает, отступать некуда и надо уничтожать всех свидетелей. Он оббегает угол дома по террасе и через стеклянную дверь стреляет в Людмилу Шаломову. Она падает, и в этот момент Алексей видит, что еще живой отец, схватившись за голову, ползет по направлению к коридору. Алексей вновь оббегает по террасе салон и, войдя в коридор, еще раз стреляет в отца. Поражаясь его живучести, Алексей производит еще один, уже четвертый выстрел. Полевой, наконец, падает и затихает. Затем он еще раз по террасе оббегает дом и, разбив стеклянную дверь, входит в салон. В этот момент туда же из коридора входит Слава Деревягин. Он видит Алексея с винтовкой в руках и, не успев ничего понять, получает от него команду лечь на пол. Алексей, спокойно подойдя к Деревягину, стреляет ему в голову. Затем он подходит к лежащей рядом Людмиле и делает ей контрольный выстрел между глаз. После этого направляется к все еще сидящей на диване Ольге Павловой и стреляет в нее. На этом патроны в карабине кончаются. Алексей идет в кабинет, где он перезаряжает карабин, благо таких там патронов много. После этого возвращается в салон, чтобы добить еще живого Деревягина. Но карабин дает осечку. Вторая попытка. Вновь неудача. Тогда он опять идет в кабинет, где берет из отцовского арсенала мелкокалиберную версию автомата Калашникова. Возвращается в салон и все-таки добивает Славу. Но после этого заедает и Калашников. Он вновь следует в кабинет, берет на этот раз однозарядный пистолет, тоже с глушителем, возвращается в салон и производит контрольный выстрел в Ольгу. После этого он еще раз повторяет ту же операцию. Кабинет, перезарядка, салон, чтобы добить Людмилу. В очередной раз перезарядив пистолет, он поднимается на второй этаж в комнату, где находятся Федор и Зинаида Шаломова. Стреляет в Федора и, угрожая пистолетом, заставляет Зинаиду пойти искать его паспорт. Евгений Полевой предусмотрительно отобрал его у сына еще несколько дней назад,
И, скорее всего, он находился в том же кабинете. После безуспешных поисков он под дулом пистолета ведет Зинаиду в салон, где заставляет ее лечь на пол, после чего стреляет ей в голову. Бросает рядом пистолет, выходит во двор, садится в машину и уезжает в Париж. Спустя 3 часа он придет в себя, вернется в Лаевсьен и позвонит в полицию. События этой февральской ночи вызвали бурю на страницах многих французских газет и на телевидении. В повидавшем все за свою историю Парижа такое действительно не случалось давно. Многие криминальные репортеры и обозреватели с самого начала выражали большие сомнения в том, что все произошло именно так, как говорил юноша. Но уже через 2 месяца представители Версальской прокуратуры, расследовавшие дело Полевого, после допросов Алексея и проведения первых следственных экспериментов, сообщили средствам массовой информации, что никаких сомнений в том, что Алексей Полевой убил 6 человек, у них нет. В частности, на всех видах оружия экспертиза обнаружила его отпечатки пальцев. После соблюдения всех формальностей следствие скоро будет завершено и передано в суд. По французским законам, преднамеренное, да еще 6-кратное убийство после отмены гильотины карается пожизненным заключением. Но с учетом того, что Алексею Полевому в момент совершения преступления не было и 17, ему грозит 20-летний срок. Невзирая на очевидные улики и признание самого юноши, большинство людей, знавших Алексея, не могли поверить в случившееся. Ближайший лицейский приятель Полевого был уверен, что здесь что-то не так. У Алексея была очень нежная душа. Он располагал к себе людей, легко сходился с ними. А в отличие от отца, от Евгения, он не был таким расчетливым человеком, не был таким жестоким. Я убежден, это не Алексей. Могу точно сказать, это не он. Хорошо знала Алексея и его взаимоотношения с отцом Матильда, няня его младшей сестры Наташи. Алексей был очень похож на своего отца. У них были одинаковые характеры. И он не мог убить, потому что он любил его. Соня, секретарь Евгения Полевого, в одной из его парижских фирм, была не менее категорична. Такой сын, как он, нет, откровенно не мог. Нет, я с самого начала отказывался принимать эту версию полиции. Нет, нет, это мое мнение. Он никогда не играл в Рэмбо, чтобы бегать там с 2-3 разными револьверами, разных марок, вот так двигаться, прятаться где-то. Нет, я не верю в это. Но это все была эмоциональная сторона вопроса. Действительно трудно было предположить, что тихий, спокойный мальчик мог хладнокровно убить 6 человек. Но и добытая журналистами информация о семье Полевых никак не работала на образ мальчика как жестокого отца-убийцы. Алексей, сын Евгения Полевого от первого брака. После развода родителей он жил с матерью в Москве. В 1992 году Полевой-старший предлагает Алексею переехать во Францию, где к тому времени имел прочную базу, представительство нескольких своих процветающих фирм, особняк в парижском пригороде. Он устраивает юношу в престижный лицей в соседнем с Луевсьеном городке Мезон-Лафит, где Алексей успешно учится, как и другие лицеисты, живет в своей комнате, а по выходным навещает дом отца. Со временем Полевой-старший снимает для Алексея небольшую квартиру в самом Париже, покупает ему автомобиль, ежемесячно дает немалые деньги на карманные расходы. Отец, страдая чрезмерной полнотой и видя ту же предрасположенность у сына, по рекомендации врачей устраивает его в секцию регби, где Алексей даже добивается определенных успехов. В общем, юноша живет полноценной жизнью, у него много друзей и в целом нормальные отношения с отцом. Но за 2 года пребывания во Франции он, конечно, понял, что его отец очень сложный человек. Евгений действительно нередко наказывает сына за незначительные проступки, а в нетрезвом виде иногда и прикладывает руки. Но пока это ни разу не доходило до серьезных конфликтов и никак не предвещало трагической развязки. Шло время.
Алексей содержался в специальном отделении для несовершеннолетних в тюрьме парижского пригорода Буа-Дерси. Но так успешно начавшееся следствие теперь явно не торопилось завершаться. Параллельно с Версальской прокуратурой свое расследование начала французская журналистка Катрин Эрель. С первого дня бойни в Луисьене она тщательно собирала все публикации по делу Полевого, расспрашивала всех, кто мог пролить хоть какой-то свет на это преступление. Журналистский опыт помог ей заглянуть и заказалось непроницаемые шторы Версальской прокуратуры. Сравнивая официальные показания Алексея с теми фактами, которые ей удалось раздобыть, она обнаружила целый ряд явных неувязок. Конечно, есть большое сомнение, которое увеличивается день ото дня. Это сомнение появилось тут же, после убийства, потому что манера этого убийства и характер ее проведения говорят, что все было сделано профессионально, на высоком уровне. И это очень не похоже на подростка, который бегает там, нервничает и хочет всех поубивать. А второе сомнение, которое появилось, это то, что было бы очень трудно убивать одному. Очень маловероятно, что это сделал один человек. Значит, убийце должен был бы быть сообщник. То есть Алексей должен был позвать еще кого-то. В пользу этого говорил один факт, который почему-то тщательно скрывали следователи. На следующий день после убийства было зафиксировано, как дважды кто-то тайно ночью пробирался в дом. Но неизвестным удалось убежать. А всем это выдали под тем соусом, что это были журналисты, которые искали фотографии, и следователи не попытались связать эти вторжения с убийством Полевого. В особенности они никак не связали это с тем досье, которое исчезло из дома. Многие, знавшие Евгения Полевого, уверяли, что в доме он хранил какую-то красную папку с важными документами, касающимися его бизнеса. Несколько тщательных обысков в особняке ничего не дали. Но возникал вопрос, если документы похитили неизвестные люди, которых приняли за журналистов, то почему по этому поводу нет никаких заявлений? А если это сделал сам Алексей и до приезда полиции успел передать ее сообщникам, то как это увязывается с его версией, что убийство он совершил исключительно на почве мести за неоправданные издевательства? Более того, некоторое время спустя стало известно еще об одной находке в доме Полевого, о чем следователи прокуратуры также не спешили сообщить прессе. Там еще нашли какой-то клок волос, и это тоже не было занесено в протокол. Этот клок волос вместе со следами запекшейся крови позже обнаружили на разбитом стекле в двери, через которую Алексей ворвался в салон. Если это его волосы и кровь, то почему этого нет в протоколе? Если это кровь его сообщника, то почему его не ищут? Вся проблема состояла в том, что никто не предложил ни одной более-менее разумной версии, кто бы мог ассистировать Алексею. И главное, зачем? Когда убийство совершается на почве мщения, в состоянии близком к аффекту, то о сообщниках не думают. Если и договариваются, то заранее. Но тогда вероятность того, что инициатор к моменту совершения преступления успокоится и убийство потеряет смысл, очень велика. Тогда, может быть, у юноши были совсем другие мотивы, и тайна на самом деле заключена в красной папке? Позже выяснится еще один любопытный факт. Через два дня после убийства Полевого с его счетов в одном из европейских банков исчезли 300 тысяч долларов. Алексей, как известно, в этот момент уже находился под стражей. Но Алексей на допросах по-прежнему утверждал, отца он убил из ненависти, а остальных как нежелательных свидетелей. И никаких сообщников у него не было. Когда, наконец, были получены результаты медицинской и баллистической экспертиз, то до этого осторожные адвокаты, и в частности Вильям Бурдон, дали понять, что сомнения многих относительно отца убийцы-одиночки не безосновательны. Есть, конечно, большие противоречия между признанием Алексея, его поведением на месте преступления и результатами баллистических и технических экспертиз. Есть очевидные, конечно, пробелы, непонятности и откровенные загадки. Результаты баллистической экспертизы свидетельствовали, что у еще не служившего в армии мальчика неожиданно проявились задатки ворошиловского стрелка.
ибо из 16 произведенных им выстрелов в цель попали 15, а 10 из них оказались смертельными. Но даже если такое по теории вероятности раз в 100 лет и случается, то другие факты только фантастическим везением уже не объяснишь. Первый выстрел в Людмилу с террасы, по данным специалистов-трассологов, производился из нижней точки, скорее всего, с пола. То есть убийца лежал на террасе, поэтому, кстати, и мог хорошо прицелиться. А Алексей неоднократно повторял, что стрелял стоя. Еще более удивительное в этой истории, почему все время, пока Алексей расправлялся с отцом, Людмилой и Деревягиным, произведя уже в общей сложности 7 выстрелов, Ольга продолжала, как ни в чем не бывало, сидеть на диване, покорно ожидая, когда очередь дойдет до нее. Совершенно непонятно, почему, добивая отца в коридоре и находясь буквально в метре от двери, идущей в салон, он совершает круг через всю террасу, чтобы оказаться в том же салоне, проломив при этом стеклянную дверь. Удивительно, почему Слава Деревягин, спускаясь со второго этажа, направился в салон, где в тот момент раздавались выстрелы, и при этом не заметил лежащего в луже крови Евгения Полевого. Может быть, у него просто не было выбора? В коридоре стоял второй убийца, и Слава предпочел отправиться навстречу Алексею, не предполагая, что идет навстречу своей смерти. В любом случае, всем этим загадкам есть только одно разумное объяснение. У Алексея Полевого был, по крайней мере, один сообщник. Если, конечно, первым убийцей был сам Алексей. Добраться до истины и узнать, что на самом деле произошло в Луисьене вечером 26 февраля, хотели не только во Франции. Являясь единственным официальным владельцем компании «Интерпром», Евгений Полевой оставил после смерти целую лесную империю. По закону, вступить в наследование компании и одновременно занять пост ее руководителя – мог кто-то из ближайших родственников убитого. В Беларуси, откуда родом все Полевые, проживают его мать и два брата. На семейном совете решают, что преемником будет проживающий в Витебске Дмитрий Полевой. У него, как и у младшего брата, тоже был предпринимательский опыт, и осенью 95 года он становится главой «Интерпрома». Но с самого начала он прекрасно видит, что его появление в Москве совсем не радует бывших компаньонов его брата. Дмитрий понимает, что здесь играют по своим правилам, и с ним церемониться не будут. Несмотря на предпринятые усилия, компания разваливается на глазах. Огромные суммы исчезают с ее банковских счетов, распродается немалая недвижимость, бесследно пропадает дорогостоящая техника и оборудование. Но больше всего Дмитрию Полевому не дает покоя вопрос, как мог племянник убить его брата. Чем больше ему становятся известны подробности той февральской ночи, тем больше он начинает сомневаться в виновности Алексея. И он решается на собственное расследование. Но события вскоре приобретают совершенно неожиданный поворот. В начале ноября 1995 года из Версаля приходит сообщение. На одном из допросов Алексей Полевой делает сенсационное заявление. Он никого не убивал. Вообще. Все сделали ворвавшиеся вечером в дом люди в черной одежде с масками на лицах. Перестреляв всех, они под страхом расправы над оставшимися близкими Алексея заставили юношу взять убийство на себя. Говорили люди в черном по-русски. Новое признание Алексея Полевого вызвало бурную реакцию в средствах массовой информации Франции и России и у всех, кто предыдущие полгода пытались отвести от юноши подозрения. Но в Версальской прокуратуре это известие восприняли на удивление спокойно. Представители следствия утверждали, что в юридической практике намного существеннее первое признание подозреваемого, особенно если оно сделано сразу после задержания. А теперь, мол, мальчик испугался сурового наказания и начал запутывать следствие. Совсем другого мнения придерживалась защита, и в частности адвокат Алексея Вильям Бурдон. Он сделал это признание, потому что убийца или убийцы заставили его. Они пригрозили тем, что могут убить его семью, то есть тех, кто остались, то есть мать, которая является для него самым дорогим человеком. Поэтому он был вынужден пойти на этот шаг и дать эти показания. То есть поменять показания на жизнь матери. Поэтому он и сделал это. Именно матери и рассказал правду на одном из первых свиданий Алексей. Об этом поставили в известность взявшегося первым защищать юношу адвоката Лондона.
Он уговорил Алексея подождать с признанием до окончания экспертиз. Тогда это произведет на следствие больший эффект. Шло время, а адвокат все предлагал потерпеть. Неожиданно родственники Алексея выясняют любопытный факт. Лондон и руководитель следственной группы мадам Риштер – большие друзья и даже живут в соседних квартирах. Сомневаться в том, что французской Фемиде удобнее оставить юношу надолго за решеткой, не приходилось. От услуг Лондона отказались, и защищать Алексея Полевого вместе с уже знакомым нам Бурдоном берется один из лучших адвокатов Франции Анри Леклер. Они потребовали провести новый следственный эксперимент, на котором была бы воспроизведена картина преступления с учетом новых показаний их подзащитного. Итак, 26 февраля 1995 года, воскресенье, вечер. Алексей находится вместе с отцом Людмилой Шаломовой и Ольгой Павловой в салоне. Он сидит на табуретке спиной ко всем. Слышит какой-то хлопок и стук падающего тела за спиной. Через мгновение слышит второй выстрел и видит упавшего на колени окровавленного отца. В следующий момент Алексей инстинктивно бросается на пол и видит, как отец, схватившись за голову, ползет в сторону коридора, а Людмила, пытаясь вскочить с дивана, падает, сраженная новым выстрелом. Буквально через несколько секунд он слышит два или три выстрела, доносящиеся из коридора, и в этот же момент видит заходящего в салон через стеклянную дверь человека в черной маске. Он стреляет в сидящую на диване Ольгу. Эти показания объясняют загадки, появившиеся после первого признания Алексея. Убийц было двое, и они действовали одновременно. Тот, кто стрелял в Полевого, ни по какой террасе не бегал, а спокойно вошел в коридор и добил хозяина. Другой в это время убивал женщин в салоне. В этом случае снимается вопрос о траектории первого выстрела в Людмиле. Убийца мог хорошо прицелиться с террасы, произведя его из нижней точки. Понятно, почему в первом рассказе Алексея Ольга продолжала, как ни в чем не бывало, сидеть на своем месте. В реальности все описанные до этого момента события заняли не больше 10 секунд. Нет проблем и со странным поведением Славы Деревягина. Спустившись вниз со второго этажа, он, конечно, видел и убитого Полевого, и его убийцу, стоявшего в коридоре. Отступать было некуда, и он направился в салон навстречу другому убийце. Лежащий на полу Алексей видит, как тот убивает Славу, а когда пытается сделать контрольный выстрел, у него кончаются патроны. Тогда, угрожая пистолетом, он ведет его в кабинет с оружием, где заставляет перезарядить карабин. Алексей дрожащими руками заряжает его приготовленными там патронами, после чего человек в черном заставляет его выстрелить в лежащего в коридоре отца. Алексей нажимает на курок, но карабин дает осечку. Убийца заставляет его взять автомат Калашникова и снова выстрелить в Евгения Полевого. Выбора у Алексея нет, и он стреляет в мертвого отца. Поэтому и обнаружили криминалисты отпечатки его пальцев на оружии, следы пороха на руках и крови на одежде. А осечки оружия, случившиеся позже с Калашниковым, объясняются, скорее всего, тем, что оно заряжалось заранее приготовленными убийцами патронами, которые, несмотря на тот же калибр, не совсем подходили к оружию из арсенала Полевого. Из-за этого убийцы и воспользовались третьим видом оружия – пистолетом, из которого и добивали еще живых женщин. Алексея при этом под дулом другого пистолета заставляли ложиться рядом. Он должен был видеть, как кого убивали, чтобы не ошибиться потом, когда будет брать вину на себя. А после убийства Федора Шаломова Алексея вместе с Зинаидой водили по дому вовсе не в поисках его паспорта. Убийцы заставляли искать ту самую красную папку, которая исчезла из дома. Перерыв несколько комнат, Зинаида находит папку, после чего они втроем спускаются вниз, где убийца вначале заставляет Зинаиду обыскать тело Полевого, затем, выйдя из дома, обшарить его машину. Ничего не обнаружив, человек в маске ведет всех обратно в дом, заставляет Зинаиду лечь на пол в салоне и, приказав Алексею перезарядить пистолет, убивает ее выстрелом в голову. Теперь отпечатки пальцев Алексея есть на всем использованном оружии. Покончив с последней жертвой, убийца выводит Алексея из дома, по дороге неожиданно заявив: «Теперь ты видишь, что мы можем?» Объяснив при этом, что если Алексей не возьмет все на себя,
то та же участь ожидает всех остальных его родственников. Спокойная реакция представителей следствия на результаты новой реконструкции вновь вызвала недоумение у ведущей собственного расследования журналистки Катрины Рей. Французское правосудие не стало заниматься всеми следами, ведущими в Россию. У Сони, бывшего секретаря Полевого, есть этому свое объяснение. Я думаю, что Франция боится. Со всей полицией. Она не хочет сталкиваться с какими-то сложными вещами. А это упрощает жизнь. То есть им проще. Им проще принять ту версию, что убийца Алексей. Действительно, если рассматривать версию, что с Полевым свела счеты русская мафия, то французской полиции необходимо проводить широкомасштабные мероприятия по поиску бандитов, которых наверняка в стране уже давно нет. Куда проще считать случившееся, хоть и из ряда вон выходящей, но лишь семейной, то есть частной драмой. Тем более есть первое признание подозреваемого и несколько веских улик. А главное, никакой русской мафии не существует, и жители Парижа и пригородов могут спать спокойно. Последние события, тем не менее, заставили следствие обратить более пристальное внимание на личность Евгения Полевого. В феврале 1996 года Версальская прокуратура направляет официальный запрос в Генеральную прокуратуру России. Главная задача – выяснить подробности биографии Полевого, его коммерческой деятельности, выявить круг его партнеров и знакомых. Расследование поручается эксперту-криминалисту Московской прокуратуры Андрею Почтареву. Но только через несколько месяцев станет ясно, кого убили под Парижем в предпоследний день зимы 1995 года. Евгений Полевой родился в 1952 году в Белоруссии. От родителей, прошедших суровую школу партизанской войны, к нему перешли решительность и невероятное упорство. Этого вполне хватило, чтобы в 1975 году поступить в почти недоступный для провинциалов Институт международных отношений в Москве. После его окончания Полевого забирают в армию офицером-двугодичником. Он служит в Туркмении переводчиком в специальном лагере для военных специалистов из стран третьего мира, желающих построить у себя на родине не менее светлое, чем у нас, будущее. После армии энергичного молодого специалиста берут на работу в Союз Советских Обществ Дружбы с зарубежными странами на должность референт общества СССР Франции. Жизнерадостный нрав и неукротимый темперамент делают его душой любой компании. Он со всеми быстро находит общий язык, особенно с серьезными людьми в штатском Слубянке. Именно тесные контакты с работниками КГБ и заложили тогда основу будущей головокружительной карьеры Полевого. Позже он не менее успешно работает в Комитете защиты мира. Но грянула перестройка, и неувидаемого оптимиста со знанием языков попросили. Перебившись какое-то время на хозяйственной работе в Министерстве морского транспорта, Полевой быстро почуял, откуда повеял свежий ветер, все с того же Запада. В конце 80-х он создает одно совместное предприятие, но оно быстро лопнуло, а некоторых учредителей отправили за решетку. Самого Полевого спасли все те же приятели из КГБ. С их помощью в начале 90-х он и организовывает свое главное детище – «Интерпром» – компанию по экспорту российского леса на Запад. За полгода она превращается в могучую лесную империю, выгодные контракты в Европе, обширные лесные делянки на севере и Дальнем Востоке России, счета в иностранных банках. Полевого уже серьезно воспринимают как очень солидную фигуру и западные бизнесмены, и высокопоставленные российские чиновники. Дальнейшее известно. Полевой перебирается во Францию, арендует роковой особняк и забирает к себе сына Алексея. Тогда же у него рождается дочь от нового брака Наташа. Через 2,5 года она проснется ранним февральским утром и не поймет, куда подевались все ее родные. Но еще задолго до этого с Полевым происходят разительные перемены. Все реже на лице знаменитая улыбка. Он становится нервным и подозрительным. Нередко впадает в депрессию, из которой выходит только с помощью алкоголя. Он бесспорно кого-то или чего-то боится.
Обратила на это внимание и няня его дочери, Матильда. Похоже, он что-то чувствовал. У него были какие-то предчувствия, что ему кто-то угрожает. Все время, все время. А в последнее время это чувство особенно усилилось. Близкие друзья Полевого утверждают, что слежку за собой он почувствовал сразу после того, как перебрался во Францию. Вначале он подумал, что это ему кажется. Но вскоре выяснилось, что им действительно кто-то интересуется. Успокаивала мысль, что это французские спецслужбы по долгу работы выясняют, как ведет себя в их стране преуспевающий российский бизнесмен, тесно связанный с бывшими работниками КГБ. Он знал, что на Западе это нормальная практика, и поначалу особенно не волновался. Но чем дальше это продолжалось, тем меньше походило на шпионские страсти. Один из его французских знакомых однажды стал свидетелем неожиданной сцены, когда ехал с не очень трезвым Полевым после делового ужина по Парижу. На одной из улиц за ними откровенно пристроилась машина, которая обогнала их и на одном из перекрестков вынудила остановиться. Из машины вышел молодой человек в джинсах, блондин. Показал ему какую-то бумагу. Потом, когда я подошел к Полевому, то он сказал мне, что да, это меня преследует мафия. И попросил, проводи меня домой, в Луисиан. Я сказал, нет, знаешь, я в эти игры не играю. Дальше больше. Зимой 93-го года, после очередного визита в Москву, Полевой направлялся в аэропорт. Но на подъезде в Шереметьево его автомобиль неожиданно обгоняет «Мерседес», из которого раздаются выстрелы. На этот раз обошлось, но после этого, как утверждают большинство знавших его людей, Полевой окончательно потерял покой. Он однажды мне сказал, что ему действительно угрожают, что он боится умереть и боится за Наталью. Когда я спросила, почему тебе угрожают, он ответил, что у меня проблемы, большие проблемы, по моей работе, с моими друзьями, со всеми в Москве. Но настоящие проблемы у Полевого в Москве только начинались. Очередная поездка в Россию оказалась намного короче, чем предполагалось. В один из вечеров он зашел за Алексеем, который гостил у своей матери, первой жены Полевого. Все сидели на кухне, когда в соседней комнате раздался звон разбитого стекла. А в стене появилась дырка от пули. Вызвали милицию. Осмотрев место происшествия, оперативники задали только один вопрос. Среди вас есть бизнесмены? Получив утвердительный ответ, они сказали, что так обычно предупреждают несговорчивых предпринимателей-бандиты. И уехали. Потрясенный Полевой, не доделав дела в Москве, наутро вместе с Алексеем улетел в Париж. Видимо, те, кто предупреждали Полевого, хорошо знали обо всех его перемещениях и в России, и во Франции. Но сам Евгений вслух никогда не высказывал предположения, кто мог его преследовать. Людей, которые могли бы позариться на его успех и деньги, было немало. От банальных рэкетиров до рыночных конкурентов. Были и те, которых Полевой жестоко обманывал при жизни. В первую очередь его ближайшие партнеры по бизнесу. Хотя формально Полевой был единственным владельцем компании, ее прибыль должна была определенным образом делиться между сотрудниками. Но неоднократно крупные суммы исчезали со счетов компании, чтобы позже объявиться на его личных счетах в западных банках. Многие отмечают, что с той же легкостью, с какой Полевой заводил друзей, он наживал себе и врагов. Кто-то из последних и мог стать его смертельным врагом. В самом прямом смысле этого слова. За несколько месяцев до трагедии внимание обитателей дома Полевых привлекли люди, подозрительно долго ремонтировавшие электрический столб, находящийся прямо напротив особняка. Они были одеты в униформу работников одной из электрических компаний. Провозившись неделю над обыкновенным фонарным столбом, они исчезли. Позже журналисты выяснили, что никаких вызовов на улицу Грисет в те дни в компанию не поступало. Следователей этот факт, разумеется, не заинтересовал. А несложный следственный эксперимент позволяет убедиться, что со столба через окна можно видеть все, что происходит в доме, особенно в злополучном салоне. И лучше всего как раз через то окно, в которое и были произведены роковые выстрелы в Евгения Полевого. Я думаю, что это были люди из России, которые приехали сюда, чтобы убить Полевого.
Для меня это вещь очевидная, логическая. В начале февраля 1995 года Полевой узнает, что в Париже по делам находится его родственник из Белоруссии, муж сестры. До этого они общались нечасто. Сейчас Полевой сам разыскивает зятя, привозит его домой, где накрывает роскошный стол. Родственник, зная, что Евгений никогда ничего не делает просто так, напряженно ждет, что будет дальше. А дальше была всего одна просьба. Полевой берет зятя слово, что если с ним что-нибудь случится, позаботится о его похоронах на родине в Белоруссии. А помня его веселый нрав при жизни, организовать соответствующие поминки. Меньше чем через 2 месяца родственник выполнит просьбу Евгения. В последние месяцы Полевой даже перестал появляться в своем любимом ночном клубе «Барон». Это традиционное место встреч российских бизнесменов, посольских работников и других чиновников, работающих в столице Франции. В последнее время сюда зачастили живущие и гостящие в Париже российские преступные авторитеты. Видимо, с ними-то меньше всего и хотел встречаться Полевой. Когда летом 96 года в Версале вовсю работали над текстом обвинительного заключения, в Белоруссии и России Дмитрий Полевой вел свое собственное расследование. Напомним, он, как и многие, с самого начала отверг версию виновности Алексея. В конце ноября 96 года он посетил московскую прокуратуру, где встретился с Андреем Почтаревым. Ко мне приезжал Дмитрий Полевой, который в беседе, так скажем, неофициально, а в частности, сказал, что у него есть документы, которые могли пролить свет на мотивы совершения убийства во Франции. Более того, он сообщает, что вышел на заказчиков убийства своего брата и скоро сможет назвать их имена. А на днях он отправится в Париж, где хочет поделиться своими соображениями и с французскими следователями. Перед этим он заехал в Минск, где навестил свою мать Людмилу Полевую. И он стал хвалиться. Мама, да я, что ты меня гонишь? Я освобожу твоего внука. Не будешь, говорит, волноваться за Алешу. А как ты освободишь? У меня есть документы, лежат в сейфе. И я их скопировал и отдал в 3 надежные места. Вернувшись на несколько дней перед вылетом в Париж в родной Витебск, он неожиданно пропал. А 9 декабря его тело было обнаружено в поле недалеко от автострады, в нескольких километрах от города. Он был убит выстрелами из пистолета в голову. Витебская областная прокуратура, занявшаяся расследованием убийства, обнаружила лишь одну зацепку. По показаниям соседа, жившего над Полевыми, он в течение нескольких дней наблюдал в окно своей квартиры, как рядом с домом появилась и подолгу стояла какая-то иномарка с московскими номерами. Возле нее топтались крепкие молодые люди. Поскольку сосед сам занимался коммерцией, он подумал, что это караулят его, и никому ничего не сказал. Но как раз в день убийства Полевого автомобиль исчез и больше никогда не появлялся. Позже выяснится, что Дмитрий был похищен возле своего гаража, когда ставил туда автомобиль. Гараж находился рядом с домом и очень хорошо просматривался с того места, где дежурили московские убийцы. Не исключено, что они выведали у Дмитрия перед смертью, кому он передал на хранение копии своего досье. И очень может быть, что Дмитрий был не последней жертвой в этой истории. После убийства Дмитрия Полевого мало кто сомневался, что все нити ведут в Москву, а заказчики убийств обоих братьев одни и те же лица. Единственным человеком, имевшим 100-процентное алиби в последнем случае, был продолжавший сидеть в тюрьме под Парижем Алексей Полевой. Но Версальскую прокуратуру и это обстоятельство никак не заинтересовало. Факт, который шокировал, это то, что французское правосудие совершенно не хочет сотрудничать с русским. Что они не провели совершенно никаких параллелей между убийством Дмитрия Полевого и убийством его брата. Марта 1998 года, спустя 3 года и 5 дней со дня убийства в Луэвсьене в Версальском дворце правосудия, начался долгожданный процесс. Франция против Алексея Полевого. В течение 10 дней суд выслушивал доводы обвинения, аргументы защиты, свидетелей и родственников подсудимого. И вечером 13 марта, после многочасового совещания, жюри присяжных выносит свой вердикт. 19-летний Алексей Полевой
виновен в убийстве своего отца и еще 5 человек. Но при этом суд назначает Алексею очень странное наказание – 8 тюремного заключения. Если юноша действительно это совершил, то почему всего 8 лет? А если не совершал, то почему виновен? Скорее всего, правы оказались те, кто прогнозировали компромиссный вариант. Официально убийца найден и наказан. Но судьи не изверги. И по гуманным французским законам, с учетом 3 уже проведенных Алексеем за решеткой, через год его могут выпустить на свободу. Фактически, своим решением судьи косвенно подтвердили крайне малую вероятность участия Алексея Полевого в убийстве своего отца. Но при этом дали ясно понять, связываться с русской мафией в Европе никто не желает.